Вернувшемуся в наш город лету радуются не только люди. Побаловать себя последними лучами солнца решили и хладнокровные. Сегодня на Ягринском пляже отдыхающие обнаружили гадюку. Змея чувствовала себя вполне вольготно, даже рядом с играющими детьми. Отдыхающие на Ягринском пляже немедленно вызвали спасателей. Прибывшие на место сотрудники поймали рептилию. К счастью, загорающие и играющие поблизости дети не пострадали. Гадюку вывезли за город и отпустили на волю. Там у нее будет меньше шансов встретиться с человеком. Спасатели говорят, в этом году подобный вызов первый. По ночам довольно прохладно, днем греет солнышко. Они выползают на теплые места, на солнце греться не хладнокровные. А сейчас опасаться больших скоплений камней, вот любят они там очень находиться. Теплый песок, опять же, видимо, привлек ее. Плюс рядом водоем. Специалисты напоминают, при встрече с гадюкой к ней лучше не приближаться, чтобы не спровоцировать ядовитую змею на нападение. Если же хладнокровная укусила, то пострадавшего необходимо сразу доставить в больницу и не пытаться оказывать ему помощь самостоятельно.